Всем привет, дорогие друзья, и очередная бизнес-идиома – это crunch the numbers. Crunch – это грызть с хрустом, над чем-то очень тщательно работать, да, то есть грызть так с усердием. Crunch the numbers – это значит подсчитать, сделать расчеты, поработать с прибылью, просчитать, проанализировать, да, подсчитать все, что связано с деньгами. Crunch the numbers, с цифрами особенно. Crunch the numbers часто используется в бухгалтерии, то есть, например, человек может долго сидеть над отчетами, разбираясь в цифрах. Это он crunch the numbers. Как раз в этот момент это происходит процесс crunch the numbers. Поэтому давайте повторим эту фразу: crunch the numbers, crunch the numbers, crunch the numbers and crunch the numbers. Отлично. Используйте эту фразу в вашем бизнес-английском, делайте его красивее. Вот, и всего хорошего!